Друзья, еще одно маленькое видео вдогонку из Авсалара. Хочу показать вам, насколько больше людей становится, когда выходят адекватные люди, которые понимают, что на солнце как бы опасно. Да? Время сейчас 5:24, и я здесь был, получается, ну я не знаю, ну примерно часа полтора назад, наверное, да, и людей стало, в принципе, гораздо больше сейчас. О, пацан там сальтуху сейчас сделал. Гораздо больше людей, чем было полтора часа назад, причем повсюду. Сейчас в ту сторону тоже покажу вам, пройдем. Недолго, но пройдем. Температура воды здесь. Не каждый поверит, что сейчас может быть такая температура воды. Какая она, друзья, видео уже вышло, мы ее померили. Он сальтуху крутил только что. Смотрите, как много людей в воде. В принципе, какой тут отель, я быстро не могу. Да, Руби-Хотел. Руби-Хотел. Я уже позабывал, где здесь такие отели, блин. Да, мне нравилось ходить в ту сторону, когда я приезжал, но сейчас нету времени ходить долго, потому что я хочу поехать на Клеопатрочку, покупаться на Клеопатре собираюсь. Максимум в 7 я туда попаду даже. Я думаю, что раньше. Руби-Хотел, я не знаю, работает он или нет, может не работает даже. Следующий отель, блин, там написано, я забыл уже все названия, просто вот следующий отель работает 100%. Руби-Хотел, я сейчас не вижу, там ничего нет. Следующий отель работает, и люди есть на лежаках. И все. И дальше там аж за тем мысом будут следующие пляжи, следующий отель. И, кстати, полтора часа назад тут волн почти не было. Сейчас, ну, это волнами не назовешь, как бы волнами, вернее, но тем не менее. Боже, тут реально как в раю, мне не хочется отсюда уходить сегодня. Тут так здорово, блин. Не, такие волны, да, такие, да. У меня аж тапочек чуть не унесло. Полтора часа буквально назад я здесь был. Я думаю, что видео те уже на канале, потому что это будет в порядке очередности. Будут они все выходить. Ну, такие вот сейчас волночки здесь. Так хотелось бы, чтобы сейчас приехал на Клеопатру, и там была такая вода, как здесь. Но она там будет, блин, чуть-чуть, ну не то что похолоднее, но чуть-чуть попрохладнее. Красота. Блин, только по рынку ходил, почти высушил шорты. Сейчас опять иду и опять сейчас буду мыть ноги, ходить в мокрых шортах потом. Красота, просто реально, блин, все. Я теперь влюбленный в Авсалар. Покорило меня это море. Оно по-своему уникальное. Каждый район Алании своим морем уникален. Везде море уникальное. И везде оно по-своему классное. Кого вижу здесь? Вижу немцев, вижу, конечно, русскоязычных и, конечно, турков, больше всего турков. Ну, хватает, собственно, всех здесь. Русскоязычная Украина, Беларусь, прежде всего. Самое лучшее реально место для морского отдыха с детьми, потому что очень-очень долго мелко, очень долго мелко.
Ну, сравнить можно и с Салани, и с пляжем муниципалитета можно сравнить. Но здесь, конечно, поинтереснее, чем на пляже муниципалитета. Больше людей, это сразу вот ощущается даже. Бросил взгляд и понял, что людей больше, чем было здесь же. Кто не видел, посмотрите, две части вышло. Мы прошли здесь в двух частях. Ну, довольно далеко я дошел, прошел. О, счастливый пацанчик. Россияне, кто пакует чемоданы, вот смотрите на ребенка. Представляете себя и радуетесь, представляете, как вы будете это же делать. Ну, дальше я уже не пойду, но вы видите тоже, что людей побольше. Если те части вы смотрели, то увидите сейчас. У меня такое ощущение, что вода еще теплее. Блин, реально. Как бы я хотел сейчас. Ну, в любом случае, на Клеопатре она все равно будет теплая. Она холодная уже быть не может. Потому что она 27 будет минимально. Все, спасибо всем за лайки. Это был Авсаларчик, пляжик. Пляжик. Мальчик купался за вас, сейчас напоминаю. Так хочется в шайбу пройти. Блин, мне так нравилось ходить там по ее территории. Но я думаю, что в Авсалар мы еще доберемся. Либо в конце июня, либо в июле мы еще в Авсалар обязательно приедем. Еще нужно попасть в Сюрклер и нужно попасть в Канаклы обязательно. Блин, а волны реально сейчас, увидите какие. Ну, насладитесь минутку еще, я просто, ну блин, ну не могу просто выключиться. Ну, красотища, ну хочется ходить просто, ну блин. Просто обалденно. У меня лицо, наверное, сгорит сегодня чуть ли не полностью, потому что я, ну, довольно много я ходил по солнцу. Полтора часа назад солнце-то светило еще мощнее, чем сейчас. И сейчас тоже я чувствую просто, что лицо просто чуть ли не сгорает моментально. Боже, как классно здесь. Какая красотища, люди. Не могу просто уйти. Я хочу ходить и ходить. Хочу опять ходить. Туда дойти, где я был сегодня уже, подальше. Просто рай, блин. Надо нажимать кнопку стоп. Кто сделает это за меня? Я не могу себе позволить лишить вас такого удовольствия смотреть на это замечательное море. Люди, я не могу нажать кнопку стоп. Ну, а двигать на автобус, а то я останусь без купания сегодня. Все. Стою, наслаждаюсь пару минуток в этой замечательной, теплой, чистой водичке. Смотрим на купающихся счастливых людей и двигаем на автобус. Я смотрю, здесь в основном никто не заплывает. Здесь и буйки натянуты довольно-таки близко. Я бы заплыл далеко за них. Но я смотрю, что никто даже к буйкам не плывет. То есть тут все ходят. Может быть, в Авсалар все едут, как бы те, кто не держится на воде, кто не плавает, я не знаю. Потому что вот все ходят пешком. А там вот где плавать, там вот буквально две головы возле буйков. То есть почти все не плавают, а просто в воде находятся. Я не хочу уходить отсюда. Я не могу. Красота какая. Конечно, соленая. Дети удивляются, что вода соленая, говорю. Кто-то, может, первый раз купается в море. Бывает и такое. Вот он, друзья, рай. И вот она, Турция. Сами видите. Отличие от курортов, где и вода не такая, и люди как селедки в банке на пляже лежат. Здесь все-таки как ни крути, а людей здесь, можно сказать, мало, хотя их и не мало. Все.
Мне надо нажимать кнопку стоп. Пока, всем спасибо за лайки. Делаю это резко, потому что так я никогда не смогу просто. Просто не смогу выключиться. Поэтому я настраиваю себя на выключение. И третьим пальцем правой руки нажимаю кнопку стоп. Спасибо за лайки.